принципе, завтра уже вечером будем дома, часов 8, наверное. Вечер, да? Ну да. Я услышал. Ну, в любом случае, созвонимся, да. Чтобы не загадываться. Как привезут, мне главное, чтобы я в руки взял. Я там соберу, проверю, чтобы все было окей. Да, да. И потом созвонимся уже, как будете. Завтра так завтра, нет, так на другой день договоримся. Не, ну завтра вечером будем, в воскресенье целый день, там неделю, там уже без вопросов. Хорошо, без вопросов. Потому что к часу уезжаем на день рождения, но в России, я думаю... Не, ну день рождения святого съездить. Тем более выходной день.
любопытные. А? Ну да, котики они такие. Думают, кто базарился на их территорию. Костыли от амортизаторов. Да, помощь нужна? Да не, это я тут просто видео еще снимаю, так веду канал на ютубе, так снимаю разборки, сборки. Много подписчиков? Ну вот уже 1000 почти насобирал. Нормально. На ютубе. Нормально. Как называется? Ремонт стиральных машин. Скоро помощь при ремонте стиральных машин. Да. Пишу. У меня было до Нового года, перед Новым годом выстрелило видео почти 4 миллиона. Ничего себе. Ну уже больше, чем 4 миллиона. Я 3 дня стрелялся. У меня звонков было столько, что я не успел трубку ложить. Это был полный трындец. Это что за тема такая? Тоже по стиралкам. По стиралкам 4 миллиона набрало? У людей загорелась стиралка, да. Я вам покажу сейчас это видео. Хорошо, что дома были, так бы был бы дома пожар. Всему причина — лопнул нагревательный элемент, тем, который греет воду. Взорвался и получилось короткое замыкание. Все, загорелись провода, загорелась машинка. Предохранители что? А? Предохранители что? А так и нет уж предохранителей. Если стоит УЗО, например, так оно выбьет. А в старых домах же нету ничего. Пробки хотя бы вот здесь. Не выбило пробки, не поверите.